Таиланде дебютировал обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport. Внешность заметно изменилась. Передняя часть оформлена в нынешнем фирменном стиле Dynamic Shield с двухэтажной оптикой. Сверху располагаются основные фары, а ниже — крупные секции с поворотниками, ходовыми огнями и противотуманками. Причем дизайн не повторяет в точности модернизированный пикап Mitsubishi L200. Капот стал выше, появились новые колесные диски. А сзади у Pajero Sport измененный бампер, укороченные фонари и спойлер над дверью. К слову, задняя дверь получила электропривод, активировать который можно взмахом ноги под бампером. Кроме того, закрывать и открывать двери можно автоматически с помощью мобильного приложения. Телефон отправит уведомление водителю, который ушел от машины, не заперев двери. Салону рестайлинг принес 8-дюймовый экран виртуальных приборов и новую медиасистему с дисплеем аналогичного размера. Изменился блок управления климатом и селектор режимов движения. Внутренние ручки дверей теперь мягкие, а выехать с парковки задом и перестроиться на дороге помогут новые ассистенты. Техника не изменилась. Нынешний Pajero Sport предлагают с турбодизелем 2.4 и бензиновым V6. В трансмиссии фирменный полный привод Super Select 2 и 8-ступенчатый автомат. В Таиланде Pajero Sport уже выпускают, а на наш рынок обновленный внедорожник приедет позже. Время понадобится для налаживания производства в Калуге.